нашего канала, моего канала, вести себя хорошо. Здравствуйте, всем привет. Мы с Леночкой проехали уже сколько? Много километров. Да каких много? Я уже Лене сказала, у нас дорога этот. Так я, кстати, туда не смотрю, чтобы мне потом анцайга не пришла. Лен, мы красивые. Ой, вообще. Мы едем в Нордрейн-Вестфален. Земля, Северный Рейн-Вестфален, да, это просто называется. Да, у нас шабаш. Лен, ну поставь как-то камеру, чтобы не надо было этот втягивать живот за рулем. Лена кормит меня всю дорогу. Мы в итоге поехали вдвоем, чему очень рады, по той причине, что у нас машина загружена. Вот здесь за моей спиной, не удивляйтесь. Там еще подарок, накрыт одеялом, мы оставим интригу. Нам ехать осталось 208 километров. Шабаш у нас, собственно говоря, происходит завтра. Но здесь везде идет дождь, и поэтому, я не знаю, может быть, мы поедем в Голландию, а может нет. Хочешь? Да, поедем, где дождя нет. Где дождя нет, здесь везде идет дождь. Давайте будем искать, где нету. Причем Лена предупредила, сказала, что будет дождь, будет холодно, одевайся. Оделись. Скажи камеру. Лен, ну не совсем же прям это обследование у Никола. Сама сказала. Покажи, показывай. Ножки твои голые. Да. В общем, как-то, знаете, едем, едем, то дождь, то дождь, то дождь, то дождь. То потухнет, то погаснет. Да. Как-то так. Лен, как у тебя уже настроение? Спала хорошо? Ой, я вообще спала себе замечательно. С предвкушением. Думаю, будильник завела, думала, просплю. И что думаете? В 2 легла, в 6, как это, проснулась. Думаю, и чего тебе не спится? Встала в 6 и начала готовиться. Я легла в час, проснулась в 5. Смотрю на часы, думаю, может этот к флористам поехать. Они открываются в 5:30. Потом думаю, да нет. Это я там как зависну до обеда, или она скажет, где ты есть. Поэтому, в общем, что делать? Не знаю, едет как-то непонятно этот товарищ с Дрездена. Это Дрезден? Или 2D Дрезден? Нет, 2D это Дортмунд. В Дрездене, по-моему, 2D. Это, по-моему, Дортмунд. Кто знает, как пишется номер этого Дрездена? ДД, по-моему, просто пишется. Просто дурак, понимаешь? Дурак и все. Ну, не знаю, может, он хвостиком виляет. В общем, я уже сказала Лене. Лен, может, мы вообще прямой эфир сделаем? Что, с ума сошла, что ли? А что? Пугай народ. Интернет у нас хороший, ехать нам еще прямо 100 километров. А ты, дай людям. А ты увидишь комментарии? Что там люди пишут, ты это увидишь? Я так думаю, увижу еще очки, я вообще будет замечательно. Ну нет, я увижу комментарии. Так что давай, будем так снимать. А люди что? Вообще знают, куда мы едем? Да никто не знает. Как-то никто не знает, я на всех прямых эфирах последних говорила, что мы едем 2 июля на ведьминский шабаш в сторону Кёльна. Да, Лен? Да. После будет... встречи в Гослере, замечательнейшей встречи. Слили ей нор. Лена, человек, который никакого отношения не имеет к эзотерике, нумерологии, магии, астрологии, сказала, я за любой кипиш. Где следующая встреча? Я еду. Давай правда прямой эфир сделаем. Чего мы людей будем мучать этим? А чего мы мучаем? Потом спросишь и это самое. Пока это загрузится, пока там. А так едем еще, будем комментарии читать, нам весело будет. Нам еще 2 часа ехать. Ну что, скучно, что ли? Ну делаем, мне-то что? Я так придержила, так хорошо уже держу этот. Ну так отлично держу. Ну ты увидишь отсюда комментарии, я нет. Я слепая, я далеко не вижу. Нет, я совсем это самое, конечно, я не вижу, что там придется мне в экран сидеть. Давай попробуем, ладно, нажимаем на паузу. А, кстати, кто не попадет на прямой эфир, мы это видео все равно продолжим, уже когда приедем. Лена обещала забронировать номер в мужском монастыре. Блин, шапку не взяла ведьминскую, серую, я же специально серую надела. Я шляпу свою забыла. Лена, слушай, может, назад поедем? Встреча все равно завтра, у нас тут ехать 3,5 часа.
Давай развернемся, возьмем да, ведьминскую. Давай поедем. Вот это мы скучные. Надо было шапку ведьминскую надеть. Вообще. А ты говорила, еще не бери пиццу с собой. Я взяла. Кто на семинаре в Гослере заказал пиццу, оставил так в холодильнике? Так не говори сейчас, это будет сюрприз. Так это мы же не посмотрим, они все в дороге. Лена взяла эту пиццу из холодильника, которая 2 месяца, и везет вам обратно. Мне чужого не надо. Мне чужого не надо. Лена, тебя люди там еще... Теперь тебя запомнят точно. Мы еще не приехали, у меня уже такое ощущение, как будто нас выгонят. Слушай, ну я же себя прилично вела в Гослере на семинаре. Прилично. А теперь ты хочешь отыграться, выпустить нет, своего коня. Нет, я буду так прилично дальше. Так, ладно, все, кто пропустит эфир, мы это видео все равно добавим, да? Давай, начинаем. Че, выключать? Да. Девочки, всем привет! Мы уже приехали! Лен, а что будет тем, кто первый приехал? Я не знаю. Сосульку получат. Сосульку получат. Так, признавайтесь, кто где и кто приезжает сегодня. Вот народ уже пишет. Народ уже пишет? Конечно. Все, сейчас и мы отметимся. Здравствуйте, всем привет! Мы доехали с Леной. Это мы куда, в отельчик уже приехали? В Нурки. А ты говорила, что к ним звезды едут? Ага. Мы находимся в городе Мюнхен-Гладбах. Я проезжаю мимо, узнала сразу этот секонд-хенд антиквариата магазин. Год или полтора назад я там уже была. Вот. Слушайте, нам так нравится. Здесь Нетта рядом, здесь фитнес-клуб рядом, здесь все есть. Ленчик, идем к ним. Извините, но мы в бюро, но там тоже туда, куда я тебя хотела. А, это сам отель, да? Это вообще хотели. Слушай, так смешно получилось с эфиром. Мы так смеялись, я же от Ленчики голос сорвала. Я боюсь, у меня к вечеру голоса не будет. Поэтому мы сейчас найдем еще параллельно аптеку и возьмем как это, Исла или как это называется. Ну, не похоже в наше, это, ты рыжеватая, я это самое, не похожа на вот эту группу. Тату, это знаешь? Лен, как тебе ехалось? Ой, вообще больше не поеду. Нет, ты мне сказала, что ехали мы налегке, что в туалет останавливалась без покупок. Да, представь, она беспокоилась обо мне, а пожилой женщине. Буду постиковать. Опс. Ну, там написано было. Спайте этаж, да, специально. А мы куда приехали? Я не знаю, куда меня привезла. Еще непонятно. Может, это и был. Так это самый верхний этаж, Лен. Я не знаю. У нас двоих вообще-то блондинка я. Лен, это и есть второй этаж. Да? И этот отель на втором этаже. А где рецепцион? Может, он без рецепциона. Онлайн заплатила до свидания. И где я? Иди сюда. Тихо. Курить не разрешают. Курить не разрешают. А где? Я думал, что это внизу где-то. Подожди. А где ресепшн? Ресепшн. Хорошо. Видео и бавах, цимер, давай, цимер. Давай спустимся. Алюлю. Алюляй. Слушай, это не ресепшн вот это. Лен, ну ты же пешком собралась идти. Лен, я не хочу в коротком платье идти пешком. Лена вредная. Леночка, не бросай меня, пожалуйста. Это фитнес. Мы здесь не станем. Ленка знает, как мужиков цеплять, поэтому так ее и тянет. Лен, что? Вот из нас двоих, я блондинка. Какого черта мы идем на низ, откуда мы на лифте приехали? Потому что ты блондинка. Пошли в отель, стучимся в первый попавшийся номер. Говоришь, здравствуйте, я приехала к своему мужу. Ты мне объяснишь, чем мы занимаемся? Что мы делаем? Ну, блин, хотела посмотреть фитнес-клуб. Мы в этот фитнес-клуб не пойдем. Ты их видела? Это, наверное, параллельно на втором же этаже и психолог. Помогу избавиться от комплексов. Это там с тобой туда. Ой, какие
какие-то люди выходят из фитнес-клуба, не так, как, знаете, в фильмах, там, секс-пэк, все вот эти вот дела. Нет, выходят какие-то зашоренные, перепуганные. Какие-то тетки. Господи, как я не люблю куда-то ездить с кем-то, какие-то тетки. Лен. Я все понимаю, ты мне в дочери видишь. Лен, зачем нам этот семинар? Пошли сегодня в фитнес-клуб. Пошли. Лен, хотел подумать, что мы его снимаем. Он только что вышел отсюда, мы зашли теперь на порог. Лен, не знаю, как он, но папа его уже на нас смотрит. Так, а нам надо в фитнес? Мне надо. Мне тоже надо, я тоже. Мне надо, точно. Мне кажется, мне тоже надо. Почему это дурацкое зеркало здесь? Никуда нам не надо. Нам нужно на ведьминский семинар. Какой фитнес? Ой, я не делаю же. Лена, все. На одном этаже находится отель, это надо быть просто... Давай просто прямо пойдем. Вот просто по логике вещей просто пойдем прямо. Архитектора надо убить. А менеджер кто здесь? Как их искать? По номерам стучаться или что? Тут еще рядом игровые автоматы. Цимарум. Да понимаем мы масло. О, ресепшн. А что наверх? А вот как? Куда наверх? На крышу, что ли? Это туда. А что сюда? Цимарум. Все, идем наверх. Ну, в смысле, куда? А, Ленчик, мы спим. Не, а я тебя предупреждала 4 раза сходи в туалет. Теперь не выделайся. Туда, дальше. Че, или я дурак, или санки не едут? Не сюда пошли. Я тебе сказала, поехали сразу на семинар. Мы будем до понедельника искать, где ресепшн. Ресепшн. И давай людям покажем, они подумают, что мы фальшиваем, честно. Вот как найти ресепшн. Лен, иди сюда, посмотри. Ты видела там этот Фабот, Раух-Фабот? Ну иди сюда, посмотри, здесь может через окно вылезти. Лена! Вот здесь, по крайней мере, мы знаем, что здесь персонал живет. Поэтому если мы не найдем ресепшн... Где ты видела последнюю вывеску ресепшн? Может вот здесь где-то ресепшн? Где этот ресепшн? 201. О, слушай, у них бензин дешевый здесь, евро 73, не как у нас по-буржуйски. Только не говоришь, этот парень опять вышел. Лена не улыбается. Hello. Hello. This is your Shanik voice reception. Reception. Ja. Sprechen Sie Deutsch? Ja, wofür sind Sie? Reception. Ja, wir suchen Reception schon seit Viertelstunde. Ja, super. Super, ja. Woher kommen Sie? Baden. Баден-Вюртемберг. Das ist Bayern, oder? Nein? Сейчас меня этот заклюют подписчики. Где Баден-Вюртемберг? Und wir kommen aus Niedersachsen. Sie sind nicht im Visier drauf, ne? Fluchtwege, es ist so... Nein, tatsächlich, seit Viertelstunde ungefähr versuchen wir Rezeption zu finden und können nicht finden. Мы сейчас будем вместе искать. Баден-Вюртемберг. Шварцвальд. Яволь. Да war ich schon in Schwarzwald. Geräucherte Schinken und diese, ja. Wenn man nach Lyon fährt, Lyon, Macon. Okay, jetzt eine Wette. 10 Euro, wer gewinnt. Wer findet das erste Rezeption? Nein, da waren wir auch. Und hier steht in diese Richtung. Как найти этот ресепшн? Сейчас эти Баден-Вюртемберг, Швабланд. Лен, давай от них отстанем, потому что девочке уже не нравится, потому что они такие активные. Да мне как-то вот, знаешь, не это. Давай тут все пройдем. Номер. Ну, запретили курить. Да, а куда дальше? И шо? Я бы по логике вещей вот здесь сделала ресепцион. Люди зашли, как во всем мире, им говорят, здравствуйте. Я тебе даю, вот просто спорю на 10 евро, что ресепцион вот здесь.
Он просто сейчас закрыт. А ты не смотрела, может, там вообще логиниться не надо? Может, там какой-то электронный код отправили? Посмотри, на каждой двери стоит электронный код. Может быть, просто ты онлайн заплатил, ввел этот код и ночуешь, и нет тут никакого рецепциона. Ну, все же деньги экономят, как хотят. Понимаешь? Может, они уволили всех этих рецепционистов. Зензи? Kannst du denn anrufen vielleicht? Auch nicht. Da auch nicht. Da steht hier lang. Kann sein, dass hier so Rezeption sein? Вот так вот мы ищем и найти не можем. Лена. Он? Проехать 350 километров, но не найти рецепцию. Подожди, чек-аут когда? Ab 15 Uhr. Ну, так 20 минут уже должны были мы заселиться сюда. Там есть телефон нам уже? Есть. Да, же говорю, смотри, правильно. Вон. Они тебе пишут. Смотри, я отмудрилась. Ну, это самое. Они сказали. Давай звоните мне, приду. Мы сказали, что. Подожди, там. Подожди. Там стояло, ты получишь свой код. Этот код ты вводишь в дверь. Да, но ну, когда. А ты чекиваешь, ты онлайн. Да все, я это сделала. Дело в том, что у меня не деклар. Лен, давай это мы будем всех туристов здесь привлекать. Потому что мне не получилось заплатить, поэтому. Это самое, в смысле, ты не получилось. Ну вот, вот мне его. А, мы еще его не оплатили? Мы сказали, что мы здесь оплатить. Буквам с номером. Может, по буквам с номером? Ага. Давай звонить. Ну, все есть. Расписалась. Давай им звоним. Сейчас разберут все номера, будем ночевать. На улице. Не, ну ты же меня тоже отправляла по штатику. Я что-то. Понимаю. Я думаю, что в этом отеле рецепцию закрыли. Тебе по имейлу после актуализирования приходит, скорее всего, код. Ты просто вводишь этот код. Я понимаю, но у меня не сработал, но не так само. Другую не карту не берут. А, они кредитку хотят? Они кредитку хотят, а у меня почему кредитка не сработала? У меня, наверное, в машине валяется кредитка, можно попробовать. Если там у тебя что-нибудь есть. Ну, это ж нужно, это трехзначный номер. А, его наизусть знак. Лена, давай позвоним. Вот такое мистическое у нас отель. Я просто скоро уже видео будет полчаса, я сейчас скажу, что нас мучаешь. Такой короткий эфир, он такой длинный. Давай ему позвоним. Фельгашлага. Уж одеяло взяли, можем в машине поспать. Фонтаны где-то есть, можно помыться. Мы будем. Мы вот ехали, я не была уставшей. Теперь уже начинаю уставать. Лен, я понимаю, что ты овен, упертый. Дай номер телефона, я им позвоню. И мы теперь знаем, как можно в этом отеле залогиниться. Знаете как? Говорю же, экономят на персонале. Закрыть ресепшн. Вот автомат. Набираем нахнам. Что, не твое или мое? Как-то твое, если на мне написано. Все, отхожу, не показываю. Ой. Вот так, мы дозвонились, мы ждали целых 2 минуты.
Мы были первые на очереди, теперь сейчас Инна, ой, Инна, господи, Инна меня вспоминает. Теперь Хелена наша ведет свою трехэтажную. Вот, это ты, да? Фрау Мюллер. Я Мюллер. Ну, чекин, давай. Ага, теперь еще. Вот здесь картой платишь на месте, ввел свою фамилию, они уже знают, что ты приходишь. Пишите, типа, да. Да. Он это шрифт вверху, расписывайся. Ты такой, что ты там поставь карточку какую-нибудь? Вот, пожалуйста. Вот так вот люди теряют рабочие места, потому что все автоматизируется. Но что мы этим скажем туристам? Конечно, скажем. Wir haben Lösung gefunden. Hier gibt es ein Automat und da müssen Sie Ihren Nachname eingeben und vor Ort mit der Karte zahlen. Das ist hier. Bar nicht möglich. Bar ist nicht möglich, nein. Ich habe am Telefon auch gefragt, ob Bar zahlen möglich ist. Was ist wunderbar? Musst du deine PIN eingeben? Du bist nicht im Visier drauf, keine Angst. Nein, es ist reingenommen und das Bild ist nicht zu. Nein, PIN, du musst PIN. Ja, ich habe. Если твою карточку проходит, можем мою попробовать. Если мою проходит, полетим домой назад на метле. Все. Все, только возьми у них чек, а то еще придут вечером, попросят нас. Как у меня когда-то в Киеве было, я на 3 дня остановилась. В отеле меня каждые сутки выселяли. То есть чек. Я ухожу в город, возвращаюсь обратно, говорю, почему я не могу в комнату зайти? Да, мы вас выселили. Говорю, какого черта вы меня выселяете 3 дня подряд? Все? Я вундабар. Алис, вас есть? Подожди, не нервничай. Что такое? Терминал бирает? Он тебе не дал никакой чек? Да. Давай звоним, что нам будет. Да, постучи. Ломаем ящик. Оп. Дрюкен. Давай дрюкен. Скажи. Ну, ты. Да, давай дрюкен. Я уже, мне уже жарко. Лена, что тебе адреналин? Я бы умерли, как бы ты взяли, за что они запомнили. Я тоже такого вообще не видела. Все. Так, подожди, вход от нашего этого. Вдруг к нам с фитнес-клуба придут поклонники, будут знать, понимаешь, какой у нас номер. Лена, я шучу, господи. Везде, пошли. Все. Филь глюк. Да, 4. Нет, вот сейчас он хочет. Давай. 4. Смотри, все. Вот это стереть. Да, пишите мне. Господи, какой идиотизм. Во. Да иди, твою мать. Нельзя просто сканер сделать. Он guilty guy and gob, это знаю я. 4, 7, 1. Что? Дрек на уф. Да тихай башлей. А, вот так. Теперь знает весь Ютуб. Кот. Лена, мы с тобой вместе спим. Да. Вот, наконец-то, ты нам все пишешь. А Мюнхенгладбах, там есть какая-то футбольная команда, да? Может. Ну, смотри, вот на это сам. Блин, какая кровать. Кто? Все-таки ты не соврала, что мы с тобой на одной кровати спим. Хотя я, Галя, написала, что две отдельные кровати. Такая разница, главное, нас спустили, господи. Здесь чистенько, уютненько, классненько. Так, Мюнхенгладбах. Пусть меня сейчас не бросают тапками, но мне кажется, это это какой-то ферайн, что-то с футболом должно быть связано. Ладно, мои хорошие, всем пока.